Привет, друзья. Ну, у нас в школе уже большинство знают, я так надеюсь, что такое комар-беспилотник, почему я иногда так пишу, потому что это такое прозвище такого направления, которое пытается защитить человечество и человечность от швабов всяких и им подобных, которые хотят расчеловечить людей. И поэтому сейчас в этом направлении размышляя, я как раз-таки думаю о том, чем человек по своей природе отличается от самого совершенного в будущем искусственного интеллекта, где искусственный интеллект никак его заменить не может, и тем самым не может лишить его рабочего места, то есть места под солнцем на этой планете, чтобы сохранить человечность и человечество, разум на планете. Вот над чем я сейчас думаю. Чем же сейчас мы можем сказать, друзья, человек отличается от самого совершенного в будущем искусственного интеллекта? Давайте подумаем вместе. Мы же школа «Человек будущего». Если не мы, то кто же? Давайте подумаем. Пишите свои комменты. Итак, формулирую точнее вопрос. Чем человек отличается от самого совершенного в будущем искусственного интеллекта? Что не может сделать искусственный интеллект никогда? Пишите.